Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Monster Hunter World и продолжаем изучать эту замечательную игру, изучать ее создание, похожих на жутких огромных каких-то динозавров. Сейчас нам нужно поговорить с командиром полевого отряда по основному заданию, так что предлагаю отправляться к нему именно это и сделать. С возвращением, мы хорошо укрепили базу, осталось решить последнюю проблему. Все верно, это твой старый приятель Аньят. С ним нужно разобраться до захвата Дзора Магдароса, нельзя, чтобы он стал у нас на пути. Это грозный противник, так что будь начеку. Кстати, шеф-повар говорит, что постарается добавлять в твою еду больше мяуса, что бы это ни значило. Говорит, это придаст тебе сил перед охотой. В общем, лучше зайди в столовую, сама все узнаешь. Такое сильное чудовище одолеть будет непросто. Вспомни все, чему тебя учили. Это срочное задание, оно должно быть для тебя на первом месте. Используй все свои ресурсы, пускай этот громила отведает горяченького. Я понял. Okay. Вот наконец-то мы с вами до этого добрались. Похоже, пора приостановить защиту базы. Я понял тебя. Слушай, наконец-то. Я как раз в прошлом выпуске спрашивал, когда мы наконец сразимся с этим Аньятом. Он очень похож на цертозавра, и действительно он просто ужасный и огромный. Я хотел взглянуть вот сюда и посмотреть. Может быть, нам доступны какие-то улучшения после предыдущего квеста. Улучшить снаряжение. Я сильно сомневаюсь, конечно. Потому что мы не собрали вот эту какую-то зеленую вот эту фигню, и здесь не написано даже, что это такое. Информация о навыках, сопротивление голоду, да это я понимаю. Здесь не написано, что это такое. Махалитовая руда у нас есть, средняя кость чудовища у нас есть, а вот этой зеленой ерунды мы с вами еще нигде не видели. Я предлагаю зайти сейчас к шеф-повару покушать и сразу отправляться на задание. Вот это действительно может быть оказаться сложным и интересным заданием. Особенно с учетом того, что у меня всего 4 аптечки, и я опять забыл создать мега-зель. Ладно, ничего страшного, я думаю, что пройдем, но... Если не пройдем... Да нет, пройдем. Пройдем. Убить Аньята. Слушайте, а на мне его выследить нужно? У меня столько следов Аньята есть, я не знаю, где он на карте, да? Ну-ка, если я переключусь? Да, мы не знаем, где он на карте. Ладно. Обычно мы его встречали где-то там, впереди, он где-то здесь шастает. Может быть, сейчас найдем как раз его следы, где-то в этом месте. Ну, вообще, если бы мы нашли с вами следы каких-нибудь поки-поки, тоже было бы классно. Да, это его следы. Старые отпечатки лап. Еще. Сейчас мы на него выйдем. Кстати, последний отпечаток, и мы получаем новый уровень. Замечательно. То есть теперь по этому поводу париться не нужно. Цветочки, давай возьмем. Может пригодятся. Рюкзак полон. Ну и где он? Я понял, где он. Он здесь. Он пожирает Еграса, ты посмотри. Я говорю, цертозавр, самый настоящий. Что ты задумала? Жесткие фрукты здесь? Или это обычные фрукты? Классно сделано. То есть сейчас таким образом мы его оглушили, что ли? Нет, не оглушили. Как помните, нужно бить по горлу, потому что там у него есть... Какая-то железа, которая позволяет ему дышать огнем. Хорошо. Нормально. Главное, подпасть ему не попадать, я думаю. Ну, как и всем остальным. Хвостом он тоже, скорее всего, может прошибить очень неплохо. Тихо, уходим. А давай-ка мы в тебя, как всегда, постреляем там чем-нибудь, пособираем с тебя каким-нибудь, я не знаю. О, красненькое. Уходим. Да господи! Дурацкая система. Спасибо, Ахиллес. Давай еще что-нибудь соберем. Хватит махать руками-ногами. Выстреливай. Нам нужно теперь оранжевое или что-нибудь типа того. Какая это? Это тоже красная, нет? Оранжевая? Оранжевая. Ко мне. Ко мне. Оу, не в ту сторону. Да, оранжевая. Нам бы еще белую было бы вообще замечательно достать. А, больно. Ахиллес, у тебя есть чем подлечиться, а? Ладно, я так подлечусь. Че, хана мне. Если два раза нас выбьют, то нам хана. Не нужно заострять внимание на вот этом собирании вот этой всей фигни. Тихо. Тихо, ты куда пошел-то, эй? Аньят, стой. Ой, это плохое место.
Пускай посражается, пускай. Отлично. Вот это называется, она нам помогла, так помогла. В голову. Хорош, ко мне. Вот это помогла, так помогла. Вообще шикарно. Пошли. Да какого ж черта... Зараза. Да пошел нафиг. Но он подранен очень сильно. Я вывернулся хорошо. Зараза, зараза. Очень больно кусает. Ахиллес, по возможности, осу. Нормально, зацепились. Бьем. Бьем. Сгруппироваться. Атака. Сгруппироваться. Атака. Я тебя понял. Шквал ударов пошел. Наконец-то и мы его сейчас просадим. Неплохо. И желательно по горлу. Спасибо. Урон неплохой, действительно по горлу проходил. Да чтоб тебе пусто было, я не успел прыгнуть. Да. Нет. Ты в западне, выжди момент, освободись, у тебя получится. Я понял. Высвободился? Я вроде высвободился. Все хорошо. Нет. Зараза, ты посмотри, что у него на носу. Он сейчас выдохнет огнем. Тихо, тихо. Все хорошо. Вот теперь пьем. Лечимся. Сейчас опять будет выдох. Вот. Вот это да. Черт, черт, уходим. Хорош. Хоть что-нибудь ему дамажим. Пробиваем его хоть как-нибудь. Хорош. Хорошие два удара. Даже не хочу включать усиленные вот эти вот. Потому что они будут по-другому нас... раскручивать, мы можем опять перед пастью ему залететь. Если мы здесь врубим усиление против него, у нас начнутся проблемы. Мы постоянно залетаем ему перед пастью. Я вот это заметил, то что ты очень хаотично движешься. Очень сложно это, ну, пока что еще для меня очень сложно это контролировать. Может быть, со временем, конечно же, ну, просто навык придет, это безусловно. Но сейчас мне просто удобнее вот так вот с ним сражаться. Так, погнали. Мы сейчас очень неплохо его продамажили. Да нам еще и вот этот вот дракон помог. Его нельзя надолго упускать, он же там будет сейчас... Воу, 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 ты посмотри на него, а? Ты посмотри, он меня ждал. Посмотри, гад. Он ждал меня. По хвосту. Выходим, из-под пасти уходи. По башке. По хвосту. По хвосту. Нормуль. Усиление даже есть. Смотри, так, ты смотри, у нас даже усиление есть. Только выносливости нету. Паёк, съешь? Не ешь ничего. Ничего не ешь. Вот теперь ешь, паёк. Ешь, паёк, быстро. Все хорошо, отлично. Продолжаем. Я же говорю, вот эта фигня, она, вот эти усиления вообще не нужны. Они только мешают. Когда мы вот так вот подпрыгиваем и отходим от него, так гораздо проще. Потому что с усилениями все становится очень сложно. Мы начинаем получать дополнительный урон, который абсолютно не обязательно было получать. Вот как сейчас, например. Да, господи! Осталась одна попытка. Все, больше сейчас не используем инсектоида на нем, потому что это просто жесть. Это он нам прям очень сейчас все подгадил. Так все хорошо шло. Он где-то тут. Вон он. Да как так-то? Кстати, вот это место хорошее. Он сюда не попадет никак. Ахиллесик, ты можешь мне принести осу? Не можешь, да? Он пробрался сюда. Уу! С какой-то стороны это хорошо. Спасибо за осу. Ахиллес! Ослепил? Ослепил. Ослепил.
Ахиллес, сосу. Спасибо. Нормально. Да высунься ты из-под него же. Он побежал, да? А на самом деле, место было просто замечательное для схватки с ним, потому что были эти светляки, которыми можно было его слепить. А теперь у нас проблемы. Тихо. Выносливость. Сейчас нужно смотреть внимательно за ним. Тихо, уходим. Не получилось хорошо ударить по нему. Давай еще раз. Да тихо ты. Это не удар, это ерунда. По башке. Там жаба, кстати, которую можно будет использовать, если он туда подойдет. Тихо. Ну вот это сейчас что такое? Что это такое? Какого черта? Самое время поправить здоровье, спасибо. Ахиллесик, молодец, жаба. Надо было пнуть ее. Ну-ка, жаба. Жаба! Ну и чего? Он не попал в жабу, да? Совсем не попал. Хорош. Мы как-то ощущение, что крыло ему повредили только что, да? А чего с ним? А чего с ним? Я не знаю, что с ним. Его ребятки бьют, да? Хорош. Запрыгнули. Лупцуем. А ему плохо. А ему прям очень плохо. Я не знаю, что сейчас будет. Если я сейчас умру, это будет крайне обидно. Стараемся бить ему под хвосту. Он опять крылья распушил. А я ему опять сбил их. Он побежал. Он побежал, он побежал, он побежал. Хорош. Так, ну-ка быстренько, точильный камень. Фу, Ахиллес, представляешь, что мы с тобой здесь выдержали, а? Спасибо, кстати, за осу. Это было прям очень вовремя. Просто мега нереально вовремя. Хорош. Хорош. Мимо. Уходим. Отлично. По голове. По хвосту. Уходим. Отлично, 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 отлично. Просто шикарно. Хоть паёк, хоть чего. Нету ничего, да? Ладно, я понял. Точилку тогда включим. Опа, ты видишь? Это фигня какая-то. Тихо. По башке. По крыльям. Срубаем ему эти крылья. Чёртовой матери. Убираем их. Это, кстати, слабое место. Это слабое место у него, по любасу. Хорош. Я думаю, что нос вот этот с огнем тоже слабое место. Это вот это железо. Про нее говорили. Тихо! Выпрыгни! Что происходит? Это я сделал или это сделал первоклассный Палика? А откуда он взялся, этот первоклассный Палика? Это мне, наверное, прислал этот, как его, помощник, ну, который первый... Первый флот, которого мы встретили. Тихо. Вот это жесть, вот это бой так бой. Он ранен и он убегает. Вроде как. А может и нет. А может и нет. Поврежден, хвост долой. Все, я срубил ему хвост. Я срубил ему хвост, ребят. Уходим. Попал. Уходим. Уходим. Прыжок! Бьем!
Хорош! Первоклассный палик, молодец! Выносливости почти нету. Поэтому не прыгается, я понял. Фу, зараза. Давай выносливость восстанавливаем. Хоть как-нибудь. Вот так вот. Хорош. Плохо. Вовремя вывернулся, вовремя. Обломись. Выносливость, выносливость, выносливость. Пожалуйста. Достать, есть. Ах, рыкнул опять. Потом нужно будет вернуться сюда за хвостом. Черт! Да я знаю! Уклонение, 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 уклонение. Пытаюсь. Первый раз, кстати, он меня поджег за весь бой. Хорош, по крылу. Да эта фигня сверху мешает. А, он что, убегает, да? Давай соберем хвост и за ним. Да куда мне эта косточка? Хвост, собирай его, хвост собирай. Пожалуйста, Хелес, мне бы какую-нибудь лечилку, пожалуйста, я тебя умоляю, нет? А, хвост Аньята собрали. А сам подлечился, зараза, а меня не хочет. Погнали за ним. Здесь есть такие белые цветы, иногда встречаются. Это не то. Это не то. А он ранен. Он хромал. Спит. По башке ему. Еще по башке. Хорош. Что сейчас произошло? Я не понял вообще. Вообще не понял. Уйди отсюда. Выносливость. Сейчас восстановится. По башке. А-а-а! Прыгни. Молодец. Нет, 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 нет. Ахиллес, мне очень нужна оса. Спасибо, Ахиллес. Или кто это? Это был первоклассный. Ахиллес, учись, пожалуйста, у первоклассных палика таймингу. Удар. А кто здесь поспать-то решил? Я сейчас не понял, а? У нас с тобой бой был, а ты что-то поспать сюда пришел. Ты прикинь, а? Я думал, мы с тобой сражаемся, господи. Ребят, помогай, а? Помогай мне. Давай, по крыльям. По крыльям. Я понял. Хорош еще. Мне бы как-нибудь его оглушить было бы вообще идеально. Смотри, ящеры стоят такие, типа... смотрят, как бандерлоги за битвой. Тихо. Ну-ка, не мешаемся. Хорош. Да убьем сейчас. Я вижу, там выполни задание, убей его. Выполняю. Тихо. Вывернулся. Спокойно, спокойно, спокойно. Огонь. Дурацкое место. Сколько же я тебе урона-то уже нанес. Хорош. Я понимаю, что нужно не сюда бить. Но куда бьем, туда и бьем, ребят. Хорош. По крыльям ему прям очень много урона входило. Тихо! Нет! 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 Тихо! Фу, я вывернулся. Я не знаю, как, но я вывернулся. Ахиллес, пожалуйста, что-нибудь. Осу. Все что угодно. Ладно, я понял тебя. Осами здесь не богато. Подожди, а где он? Он пробился, кажется, вниз. Возвращается. Первоклассная, ты меня не хочешь подлечить? По башке. По башке. По башке. По хвосту, нормально, атака. Пошли, 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 пошли. Лупцаем, гада. Ну чё, будет шквал ударов или нет? Камон. Пожалуйста, шквал ударов. Держимся.
Камон! Тихо, я знаю, куда бить. Спасибо. Ну развернись же, подля атаки. А вот теперь уходим. Плевать. Зараза, он опять закопался вниз, ты посмотри. Где он? Уходит, гад. За ним. Сколько ж у тебя здоровья-то, а? Я понял тебя. Надо как-то туда пробиться. Я вот здесь прям, да, прямо здесь. Он пришел опять в логово дракона. Может, дракон мне поможет? Да ёп! Левую клавишу мыши нажал. Я нажал левую клавишу мыши. А может, пожалуйста, вы меня подлечите? Кто-нибудь, первоклассный, какой-нибудь, не первоклассный, любой. Подлечите меня. Ахиллес. Ахиллес, мне очень нужна помощь. Кто-нибудь, первоклассный, подлечи меня. Вижу. Ахиллеса, оса. Спасибо. Ахиллес прощен. Уу! Ахиллес, молодчинка. Сейчас попытаемся зайти к нему. Пока он с ними развлекается, мы по крыльям. Обалдеть. Обалдеть. С первого раза. Ну, в смысле, не, ну, в смысле, я не зафейлился. Я в это имею в виду. Да, мы два раза погибали, то есть нас в нокаут отправляли. Я думаю, что кто-то и лучше проходил. Я не спорю, я тут не претендую ни на что. Но это было классно. Согласитесь, битва была прям такая валидольная. Без хилок, без всего. Я постоянно забываю с собой хилки взять. Мне просто всю битву нечем с ним было лечиться. Потому что, ну блин, если бы не первоклассный палик, мы бы сейчас сдохли. Вау, ой, не-не-не, извини, пожалуйста, я к тебе не буду подходить. Меня там вообще не было. Меня там вообще не было. Вот ты его кушай, я тебе принес. Я тебе принес. Фух, это было очень круто. Уровень палика поднялся, обращение с устройствами поднялось. А что за первоклассный палик? Получено достижение защитника Астеры, прикольно. И доступен новый уровень улучшения доспехов. Прикольно, в галерею доспавлено. Ладно, спасибо. Спасибо за все эти улучшалки и обновлялки. Подходите поближе, ребята, нам нужно многое обсудить. Приготовления завершены, я хочу поблагодарить вас всех за усердную работу. Особенно меня впечатлило то, что Пятый сумел загнать Аньята, несмотря на то, что прибыл совсем недавно. Одной тайны между нами и поимкой Дзора Магдароза меньше. Молодцы. Когда Дзора достигнет Великого Ущелья? Точно на рассвете. Хорошо. Давайте в последний раз пробежимся по пунктам плана. Наши охотники встретятся на месте. Как только зверь появится, мы начнем операцию. На пути нашей цели мы построили два барьера. Наша цель — остановить его у первого барьера, обстрелять из пушек и баллист, а затем связать. Нормально так. Однако есть шанс, что он сумеет прорваться. В этом случае мы перейдем к следующей фазе операции. Во время этой фазы мы попытаемся еще больше ослабить чудовище, что даст нам возможность задержать его у второго барьера. Снарядов жалеть не надо. Пушки и баллисты у нас не для красоты поставлены. Так точно, командир. Инженеры, обязательно еще раз проверьте все снаряжение перед началом операции. Так точно. Интенданты, проверьте инвентаризацию припасов. Исследователи, возьмите сопровождающих и отправляйтесь в Великое Ущелье, как будете готовы. Мы не сможем принести добычу в лагерь, так что приготовьтесь проводить исследования прямо на месте. Не волнуйтесь, командир. Все будет готово. Будьте внимательны во время операции, я буду отдавать приказы в соответствии с тем, как будет развиваться ситуация. Да, светит ваш путь, сапфировая звезда. Разойтись. А где мой пир? Я хочу пир. Ну что ж. Вот и пробил час. Жду не дождусь.
Я, честно говоря, думаю, что вся эта затея крупно облажается очень серьезно, и будем мы там дальше еще проходить эту игру десятки часов. Но узнаем мы с вами это уже в следующем выпуске, а на этом этот выпуск давайте завершать. Я надеюсь, что он вам понравился. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.